Вот такие полезные и крутые гаджеты ты увидишь в этом видео. И для тех, кто досмотрит видео до конца, будет конкурс с денежным призом. Приятного просмотра! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Сейчас в магазине GearBest проходят большие скидки в честь дня рождения магазина на множество полезных и крутых гаджетов. И в свою очередь я подготовил для вас подборку крутых и классных электротоваров, на которые есть скидки. Также я к некоторым товарам нашел для вас купоны, все они будут в описании под роликом. А чтобы еще больше сэкономить на покупке, обязательно пользуйтесь проверенным мною кэшбэком, который сотрудничает с GearBest, AliExpress и еще с множеством интернет-магазинов, и цена будет еще ниже. Ставьте лайк и расскажите друзьям про видео, это будет лучшая благодарность за мои старания. Все ссылки на товары и на кэшбэк будут в описании под роликом. Смотрите видео до конца, и вы сможете принять участие в интересном конкурсе. Приятного просмотра! И начнем мы с SSD-диска на 240 ГБ. Повысьте скорость работы вашего компьютера и сэкономьте средства, заменив старый жесткий диск на твердотелый накопитель. Это самое экономически эффективное решение для повышения производительности системы. Твердотелый накопитель в надежном корпусе из алюминия с интерфейсом SATA 3 раздвигает границы возможного. Его отличают компактный форм-фактор и предельно малый вес, отличная вибро- и удароустойчивость, высокая скорость передачи данных, скорость последовательного чтения 560 МБ в секунду, скорость последовательной записи 420 МБ в секунду. Достоинства: низкое энергопотребление, высокая скорость работы в сравнении с HDD-дисками, отсутствие шума, компактные размеры. Я лично сам уже заказывал два таких SSD-шника, и в обзоре отвертки WoWstick вы могли увидеть, как я устанавливал диск. Рекомендую! Мощная видеокарта GeForce GTX 1050 Ti. Это современное решение для игры в любые проекты на высоких настройках качества графики. Данная модель с легкостью позволяет получить стабильные 60 кадров в секунду при разрешении Full HD. В основе данной модели лежит графический процессор GTX 1050 Ti, отличительной чертой которого является заводской разгон. При этом его максимальная частота составляет 1493 МГц в режиме Boost. Также видеокарта оснащена 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR5 с частотой 7108 МГц. В качестве системы охлаждения используется фирменное решение от MSI – кулер TwinFrost 2 с помощью работы в пассивном режиме в несложных задачах. Видеокарта демонстрирует наивысшую производительность и поддерживает передовые технологии NVIDIA GameWorks и GeForce Experience в самых современных компьютерных играх. В описании под видео, помимо ссылочки на видеокарту, я нашел для вас купон, но их количество ограничено, так что имейте в виду. Современная литий-полимерная перезаряжаемая батарея размера 2А. USB-батарейка – это аккумулятор и зарядное устройство в одном. Соответствуя по размерам и функциональности стандартной батарейки формата 2А, этот аккумулятор может быть подзаряжен от любого USB-источника – компьютера, ноутбука, телевизора, зарядного устройства для смартфона или планшета – через провод microUSB. Вы больше не окажетесь в ситуации, когда внезапно сели батарейки и за ними нужно бежать в магазин. Больше не нужно снова и снова покупать батарейки и выбрасывать их после использования. Или покупать аккумуляторы и отдельные зарядные устройства для них. Села батарейка, просто зарядите ее снова. Устройства с USB сегодня есть везде. Наушники Xiaomi Mi Headphones соответствуют формату 2.0. Представленная модель оформлена в черной расцветке с золотистыми элементами и смотрится очень стильно. Складная конструкция оголовья позволяет легко сложить такие наушники в сумку. Наушники имеют полуоткрытый тип акустического оформления. С каждой стороны располагается по одному излучателю с диаметром мембраны 50 мм. Чашки вращаются. Наушники обеспечивают высокое качество звука благодаря широкому диапазону воспроизводимых частот от 20 до 20 тысяч Гц. В этой модели имеется микрофон с фиксированным креплением, расположенным на проводе. Предусмотрена возможность регулировки громкости, а также кнопка ответа и завершения вызова. Для подключения используется 1,5-метровый отсоединяемый кабель. В комплект входит 3 пары сменных амбушюр и чехол. Спортивная Bluetooth-гарнитура от Xiaomi. Те, кто не может жить без спорта и тренировок, кто любит проводить много времени в движении, обязательно оценят беспроводные наушники Xiaomi Mi Sports, которые были созданы специально для занятия спортом. Легкие и комфортные, мягкие и имеющие удобную фиксацию в ухе, они смогут вас радовать музыкой на протяжении 7 часов. Наушники не натирают, надежно фиксируются и не причиняют боль даже после многочасовых занятий спортом.
Подвеска на ухо изготовлена из мягкого, но обладающего пружинистыми свойствами пластика. При ношении сама изгибается и поворачивается для плотного прилегания к задней поверхности уха, позволяя вам комфортно двигаться, но при этом не сползает. Даже при длительном ношении и резких движениях не вызывает неприятных ощущений в ухе. Сверхчувствительные динамики, дающие мощные низкие частоты, чистое звучание вокала и ритма ударных инструментов, приятный и сильный звук. Powerbank на 20 000 мАч от Xiaomi. Он имеет форму прямоугольника со скругленными краями. На его верхней грани есть два USB-порта, один micro-USB и 4 светодиода, отображающие состояние заряда батареи. Главной фишкой Powerbank является технология быстрой зарядки. Новинка получила литий-полимерный аккумулятор номинальной емкостью 20 000 мАч, но с учетом потерь при преобразовании запасаемая энергия внешнего аккумулятора, как обычно, будет ощутимо ниже, впрочем, как и у всех банков других фирм. Также есть 4 светодиода, которые позволяют контролировать остаточную емкость. Кроме того, в батарее реализована поддержка зарядки при низких токах и маломощных устройств вроде Mi Band и Mi Bluetooth Headset. Напоследок остается упомянуть о 9-уровневой защите, гарантирующей безопасность при эксплуатации гаджета, а также заверение производителя о сохранении 90% изначальной емкости после 300 циклов перезарядки. Очень компактный и функциональный автомобильный видеорегистратор. Небольшие размеры сделали его удобным в эксплуатации и малозаметным при установке на лобовом стекле автомобиля. Видеорегистратор способен вести и записывать в максимальном разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду, что позволяет в хорошем качестве фиксировать дорожную обстановку. Для удобства пользования и просмотра записанных роликов регистратор имеет компактный информационный 3-дюймовый дисплей. Данная модель видеорегистратора является примером высокой функциональности и качества при небольших размерах. Автомобильный тестер. Пробник со светодиодом для цепей, электрооборудования автомобиля и других систем с соответствующим напряжением. Применяется для определения полярности, поиска коротких замыканий, обрывов, проверки предохранителей, ламп и другого. Тестовый наконечник защищен с помощью крышки. Тестирование электрических цепей от 6 до 24 Вт постоянного тока. Поставляется с кабелем 85 см и изолированным зажимом крокодил. Лазерная рулетка или дальномер. Использование оптического датчика обеспечит высокую точность одного замера. Информативный четырехсторонний ЖК-дисплей и встроенный цифровой угломер обеспечат комфортное пользование. На такой прибор, благодаря специальному исполнению, не оказывают влияния температурный фактор и влажность. И главное, в нем отсутствуют опасные поля и излучения. Легко и быстро определит высоту потолков, длину труб, кабелей, плит и многое другое. Имеет память на 20 измерений и функции расчета площади, объема и калькулятор. Пыли и водозащищенные корпус IP54, измерение площади прямоугольника, объем по трем сторонам, вычисление теоремы Пифагора, измерение расстояния от переднего и заднего края дальномера, сложение и вычитание, наличие жидкостного уровня. Вы рыбак, охотник, любитель туристических походов или вы представитель профессии электриков, сантехников или строителей? Тогда вашим незаменимым другом и помощником может стать яркий маленький фонарик. Питается фонарик от аккумулятора 14500, яркий светодиод Q5. Фонарь имеет высокий уровень ударопрочности, влага и пылезащищенности. Этому способствует наличие уплотнительных резиновых колец на резьбовых соединениях корпуса. Прочный металлический корпус из анодированного алюминия имеет антискользящее покрытие и ложится в руку надежно и приятно. Специальная клипса позволяет прикрепить фонарь к ремню или к одежде. Световой поток 120-200 люмен, дальность свечения до 100 метров. Время работы от батарейки 14500 до 2 часов. Оснащен функцией масштабирования светового луча. Имеет удобную кнопку переключения, расположенную в задней части фонарика. Ориентировочный срок эксплуатации 90-100 тысяч часов. Компактный ручной пылесос, весом всего 0,5 кг, имеет эргономичную удобную рукоятку, поэтому обеспечит пользователю отличную маневренность и возможность длительного использования без чувства особой усталости в руках. Вы сможете легко удалить пыль с мебели, качественно пропылесосить в шкафу, достать пыль в труднодоступных местах или быстро привести порядок в салон вашего автомобиля. Работает данный помощник от встроенной батареи в 2000 мАч, что не может не радовать, и проработает от 15 до 20 минут, заряжается от USB-заряда.
Кнопка для включения и выключения расположена прямо на корпусе у основания рукоятки. В качестве пылесборника используется пластиковый контейнер, поэтому для удаления пыли и мусора достаточно будет отсоединить контейнер, высыпать содержимое в мусорное ведро, а сам контейнер сполоснуть под проточной водой. Крутая игровая мышка не оставит равнодушными поклонников технологичности и четких геометрических форм. Одним из достоинств гаджета является встроенная батарея на 600 мАч, что говорит о том, что вам не будут мешать никакие провода и не нужно будет постоянно тратиться на батарейки. Есть проводной и беспроводной режим работы, а благодаря стильному конструктивному корпусу мышь удобно ложится в ладонь, что позволит управлять ею с комфортом на протяжении длительного времени. При активном интернет-серфинге или работе в приложениях Windows незаменимыми окажутся боковые кнопки, расположенные на торцевой панели корпуса. У этой мышки предусмотрена кнопка смены разрешения, которая позволит выбрать скорость перемещения курсора мыши по экрану. Дверная смарт-ручка с замком. Установив такой замок, больше нет необходимости таскать с собой множество ключей. Умный дверной замок Aqua Smart Door Lock можно открыть одним из четырех приложений. С помощью сканера отпечатков пальцев, как утверждает производитель, этот дактилоскопический сканер срабатывает только на живые отпечатки, муляжом его не обмануть. С помощью цифрового кода можно установить пароль из 6 или 8 цифр. Причем, если рядом в момент ввода пароля находится кто-нибудь посторонний, можно воспользоваться функцией «ложный пароль», то есть набрать большее количество цифр, но с правильной комбинацией где-нибудь посередине. Если 3 раза неправильно ввести пароль или же приложить неправильный отпечаток пальца, на телефон хозяина будет отправлен тревожный сигнал. С помощью бесконтактной карты замок может считывать NFS-метки, то есть дверь можно открывать брелоком с такими метками. В случае утери брелка его можно заблокировать в приложении. И четвертый способ – открыть обычным ключом. В Китае такие замки пользуются большой популярностью, а вот приживутся ли у нас такие, я не знаю. А как вы думаете? Напишите в комментариях. Если вас достало смотреть надоедливые каналы с рекламой по телевизору, превратите свой ТВ на мини-компьютер и смотрите увлекательные любимые видеоролики и фильмы без рекламы. И в этом вам поможет вот такая смарт-ТВ-приставка. Интернет-ТВ-приставка позволяет реализовать максимальное количество возможностей. Для просмотра пользователям доступны любые сайты. Имеется возможность просмотра потокового видео с многочисленных видеохранилищ, в числе которых YouTube, Rutube и многие другие. Гаджет позволяет пользователю общаться с друзьями, используя Skype. С такой приставкой отпадает нужда в кабельном телевидении. Все необходимые каналы можно смотреть по интернету. Устройство поддерживает работу Google Play. Пользователь имеет возможность скачивать любые игры и приложения, просматривать фотографии, наслаждаться качественным кино, а также слушать музыку можно не только с помощью интернета, но и подключать внешние накопители, флеш-карты, внешние HDD-диски объемом до 32 ГБ. Устройство имеет поддержку воспроизведения видео 4K Ultra HD 10 бит 60 FPS. Приставка работает под управлением операционной системы Android 5.1. Объем встроенной памяти составляет 8 ГБ, оперативной 2 ГБ. Беспроводной маршрутизатор Xiaomi Mi Wi-Fi Router. С ростом популярности оптоволоконного кабеля и высокоскоростного интернета старые маршрутизаторы уже не могут справляться с нагрузкой, так как не обладают высокой пропускной способностью. Особенно если речь идет о большой семье, где пользуются ПК, планшетом, умным телевизором и прочей техникой, которая требует подключения к сети. Данный гаджет представляет собой прогрессивный Wi-Fi роутер, выделяющийся большой скоростью соединения 300 МБ в секунду, небольшими размерами и привлекательным внешним видом. Под капотом у Wi-Fi роутера помещен эффективный процессор MediaTek MT7621A, позволяющий обрабатывать внушительный поток данных от большого числа устройств, благодаря чему маршрутизатор может запросто загрузить большой качественный фильм и обеспечить стабильную и плавную работу самой новой 3D-игры. Снабжен 4 антеннами, которые не только приумножают производительность, но и выглядят достойно и красиво. А вот и конкурс. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, про что вы мечтаете, какая у вас мечта. Я, например, мечтаю иметь свой параплан и летать, когда мне захочется. Если вам понравился ролик, буду благодарен за лайк и за подписку, если вы еще не подписаны. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!